Тур среди недели. Может быть, это и не очень интересно для болельщиков. Конечно же, были возмущения со среды болельщиков, потому что будний день есть будний день. В эти дни наши болельщики, нужно сказать, присытились футболом. Но вчерашняя лига, позавчерашняя матч со Львове. И вот теперь Паола наблюдает за матчем со скамейки запасных. Итак, на площадке Юнакция Васу. Вокзал, садится в поезд и их ждет нелегкое путешествие в свой родной город. Масура, Курсов и Денюшкин. Я должен сказать еще, что матч первого круга закончился со... Вообще в прошлом году дважды Юнакиец побеждал своих соперников со счетом 3-2 дома и в гостях. В матче третьего круга, в котором играли те, кто не попал в четверку сильнейших, была совкисирована также ничья. Вот блестяще действует в воротах. Но нужно быть внимательнее футболистам Юнакиеца в защите. Поскольку вот Черниенко, Тригубец. Жарко на пяточке у ворот гостей. Денюшкин и товарищи справился. Я смотрю, произошла смена. Шестой номер — это судьба. Юнакиец вводит мяч в игру. Ромарио. Прозвучал свисток арбитра. Предупреждение Ромарио. Ну, вот там что-то арбитр показывает. Не знаю. А болельщики сразу спрашивают, а за что? Я должен сказать, что вот Ассоциация футзала Украины сейчас проводит работу именно с арбитрами. И вот такой вояж на западный регион уже был. Дармовиз. Паренюк в борьбе с Замятиным. Вот такая игра в партере. Но всегда считает, что все было в рамках правил. Ну а сейчас Паренюк попросту пожалел хозяев поля. И с время минутного перерыва 2 минуты 46 секунд до конца первой половины встречи, и кардинал получил право на штрафной удар. Ну, до ворот чуть дальше, чем 6-метровая дуга, метров 7-8. Занесли мяч в ворота, Валенюк. Вот так вот. Казалось бы, все сделал правильно Алексей Сагайдаченко. Ну а... И все, начать сначала. Масура обыгрывает подобного, но подобный сигнализирует арбитру, что мяч покинул пределы поля. Масура, ну не нужно спорить с арбитром. Сейчас можно увидеть перед собой желтый свет. До конца первой половины встречи Юнакиец получает право на стандарт. Вот Сагайдаченко подскочил сюда к Тиаго. Тиаго бьет. Что там, вратарь? Вводит мяч в игру равенчане. Курсов. Черниенко. Сагайдаченко покинул ворота, отбил удар. Молодцом сыграл Алексей. Ну кто там? Опять споры по поводу. Ага, вот что-то
оказывается помощь. Денис Щербина, врач команды Янакевец. Денюшкин. Денюшкин на свободного Валянюка. Маринюк, Дармовис. Дармовис, Ромарио его прессингует. И в конце концов, не мытьем, так катанем, Янакевец добивается своего. Богдан Свиридов. 24-я минута встречи. Видите, Дармовис ошибся. Ромарио заставил ошибиться футболиста зеленой флаги. Танского обыграл Васура. Обыграл Тригубца. Ну, вот общими усилиями Валянюк забрал мяч. Удар. Гол. Ну, что ты будешь делать? 26-я минута. Михаил Валянюк. Злой гений Янакиевца. Человек, который играет против своей бывшей команды. Янакиевца успокоилась. Встреча. Поутихли страсти. Ну, а это, как я уже говорил, любимый конек гвардейцев Владимира Валялки, команды «Кардинал». Скорый оказался на газоне и седьмой номер. Предупреждение. Нестерук оказался расторопный. Удар в ближний угол Васуры. Но все под контролем голкипера. Васура на Ромарио. Ромарио. Нестерук. Васура. Свиридов. Нет, это скорый, простите. Вот они так по фактуре похожи очень, эти два футболиста. Васура под себя убрал мяч. Кардинал ввел мяч в игру. Решили сыграть через Денюшкина. Денюшкин на Танского, Танский на Поддубного. Поддубный здесь напряжение сыграл Ромарио, но вот второй арбитр посчитал, что сейчас уже против Тригубца нарушили правила. Ну, а движение у Сергея было такое же, как и в предыдущем моменте. В роли Д'Артаньяна против гвардейцев Кардинала. Валявки. Рось, ну можно бить, Артем. Удар, к сожалению, заблокировал Черниенко этот мяч. А Ромарио в створ ворот не попал. Были на одном участке поля. Замятин. Тригубец. Черниенко. Быстрая смена. Рось пошел на двоих. Обыгрывает двоих. Удар. И Денюшкин отбивает мяч. Опять на паркет. Поддубный. И Сагайдаченко блестяще играет. Вышел из ворот, сократил угол обстрела. А контратака была весьма и весьма опасной. Ромарио, Рось, Васура, вновь Ромарио. Ромарио забрасывает на Васуру. Васура сюда на пятачок. Вратарь был отыгран, но Черниенко. Да, Тригубец на Поддубного. Поддубный откатывается на свою половину поля. Отдает на Тригубца. Тригубец, Танский. Нарушение правил. Нарушение правил, и арбитр вот теперь уже наказывает Тригубца на 27-й минуте. Это второе нарушение, вторая желтая карточка у 80-го номера Кардинала. И Янакиевец две минуты визави. Васура, Рось, Васура. Рось. И Артем Рось взял игру на себя в ближнюю девятку. Что ж, восстановил статус-кво. 2 минуты 35 секунд до конца поединка. То есть практически минуту Янакиевец играл в большинстве. Что там арбитр зафиксировал? Фол со стороны Ромарио. Да, так и есть, фол со стороны Ромарио, фол на Маринюке. Третье командное замечание
у хозяев и 4 в пассиве гостей за минуту 10 до конца матча. Но мы уже помним, как стандарт в первой половине, причем зеркальный такой стандарт, если мы помним взятие ворот Валянюком, примерно с такой же позиции пробивали. И пробивал Поддубный. Вот и сейчас Поддубный бьет. Удар выше ворот. На счастье для Динамо. Удобно бить. И вот Поддубный так по-борцовски лег на этот мяч. Курсов забирает. Ромария, Васура, ну. Удар головой. Гол! На последней секунде встречи Ромарио. Ромарио вынуждает, склоняет чашу весов фортуны в свою пользу. Вы видите, что творится на трибунах. А, кстати, дорогие друзья, вчера во время тренировки Инакиевец очень много наигрывал. Такую ситуацию набрасывали головой и старались бить головой. Что там арбитр показывает? Что, не засчитывает гол или как? Так там еще неизвестно. Я смотрю, вот зрители появились на площадке боковые. А что арбитр говорит? Вот какое-то совмещание. Хронометрист Вахтан Халваши подошел, объясняет ситуацию. Роман Плотников. Ну что, по-моему, здесь двух мнений быть не может. Итак, мяч засчитан. 3-2. Ну что ж, очередная тяжелая, нелегкая победа на жилах, победа на характере. Но лидер доказал, что он по праву занимает первую строчку в турнирной таблице. Ну что ж, дорогие друзья, на этом мы с вами прощаемся. 3-2, победа Енакиевца. С вами был Николай Гис. Всего доброго, до новых встреч.